Спасибо уважаемым исполнителям. Надо сказать, что эта песня входит в альбом лирических песен, который автор назвал «Человеку холодно без песни». И в апреле месяце мы обязательно покажем презентацию, сделаем презентацию этого альбома, где прозвучат абсолютно все песни из этого альбома. Ну, и какое-то еще первое отделение будет, какое, не знаю. Кроме таких вот потрясающих песен, как вы слышали, Евгений Александрович пишет еще музыку и к кукольным спектаклям. И вот однажды он написал к спектаклю «Привидение». Вот. Не знаю, сколько там была страшная история, все-таки «Привидение». Но послушайте песню «Лошади» из этого спектакля. Слова Николая Голя. Go, go!